Давайте. Он сказал, что когда вы поедете, тогда я попью. Все, отлично. Пойдете вместе? 30 лет с Мировым Сергеевичем. И это одни из лучших лет. А если брать в целом, то годы перестройки, я считаю, это лучшие годы. И несмотря на то, что нелегко было, но была надежда. Я думаю, что это был человек не менее выдающийся, чем политик. Это был большой человек, это была личность, это был человек, который был предельно открыт перед людьми, перед прессой в том числе. Это был человек, который был откровенен и с людьми, и со средствами массовой информации. И это был человек, который в личном общении практически не отличался от того, что видели люди по телевидению, что видели люди в политике. Ничего пока не известно. Эти вопросы. Я думаю, он сыграл выдающуюся роль. Я думаю, что его бесстрашие в тех инициативах, в тех переменах, которые он начал в этой стране, в нашей стране, в Советском Союзе, в России, предопределило необратимость многих из этих перемен. Конечно, не все удалось. Конечно, к огромному сожалению, многое растоптано, но я думаю, что это был тот проект, который обязательно будет возобновлен. Он открыл возможности думать, говорить, передвигаться, жить так, как хотелось. Это очень много. Но просто нужно было ей этой всей свободой правильно воспользоваться.